Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, канароводы, птицеводы. Сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам. У меня вот здесь есть небольшая новость, хотел бы с вами поделиться, ну и услышать ваше мнение. Может, кто-то пробовал такой метод. В общем, смотрите, вот здесь в вольере у меня получается сидит. Сейчас они кушать по шпине видно. Сейчас мы их поднимем. Вот, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть канареек. Из них вот это первая самка, а вот этот самец. Вот один единственный самец, а остальные все самочки. Вот вы видите. И я вот наблюдаю, они вот эти вот два. Вот эти два, они споровались. То есть этот самец споровался с этой самкой, орликинки. Вот. Я им здесь поставил гнездо. Ну и получается, гнездо стояло примерно неделю. А сегодня я обратил внимание, что она там сидит. Вернее как, она вчера там сидела и сегодня сидела. Сейчас слетела, я сейчас... Перед тем, как видео снять, загляну туда, там яйцо. Сейчас я вам покажу, попробую достать. В общем, я просто сажать особо некуда, я решил вольером таким сделать. Так, сейчас достану, посмотрим, нормально. Ну вот, видите, я тоже пока не вижу. Вот оно, яичко. То есть вот таким образом она сделала гнездо. И сегодня снесла первое яйцо. Я это, значит, запишу в блокноте. И будем буду наблюдать, значит, еще примерно 2-3 яйца она снесет. Вот эта самочка, орликинка. Вот она придет. А вон там самец ее в углу поджидает. Ну и через 13-15 дней, я думаю, вылупятся птенцы. Будем наблюдать. Мне интересно, как соседние самки будут обижать, не будут обижать. Может, еще поставить гнездо? Тут-то самок у него много, может, он еще кого на гнездо посадит. Вот было бы неплохо от этой зеленой получить потомство, вот красивое. Вот я поставил гнездо назад. Просто там вот получается место такое есть между жердочкой и стенкой. Вот туда воткнул, да и все. Она там стоит на честном слове. Ну, я думаю, не упадет. Она толкнула меня на этот способ разведения. То, что вот тут в вольере сидят у меня вроде как самки все 2017 года. Это получается самки ранней весны. Еще есть самки поздней весны. Ну, допустим, это самки мартовские. Еще у меня есть самки апрельские и самки летние. Те еще как бы даже не собираются нестись. А эти вот, пожалуйста, удивили меня. Дело в том, что здесь было так. Сидело же их тут много раньше, этих самок. И постоянно кто-то дрался с кем-то прям до крови. То перья с крыла выдернут, то с хвоста выдернут перья. И пришлось засесть мне тут в засаде и наблюдать. В общем, выявилось то, что здесь оказалось два самца. Но один самец запел относительно недавно. Сейчас я вам его покажу, этого самца. Ну-ка. Вот. Это самец. Оттуда. Что он не хочет позировать на мой прожектор, боится, наверное. Как же мне его снять-то? Ну, в общем, вот вы видите, перед вами самец сидел с ними. Постоянно дрался с тем самцом, который там остался. Я
А тот самец, значит, а этот самец, который вот сейчас посередине, я так и не видел, чтоб он пел. Потому что когда кто-то запоет, их тут очень же много, повернешься, раз, замолкает. Ну, оказывается, вот сегодня я увидел, как этот самец тоже поет, как он ухаживает за самкой. Ну, в общем, я уверен, что яйцо будет оплодотворено. А что будет дальше, неизвестно. Возможно, вдруг он молодовастый еще. Ну, хотя уже что, сейчас у нас апрель, ему уже получается год и месяц. Я думаю, он оплодотворит яйца. Здесь я самочек не подстригал, ничего, вот просто как они есть, такие. Так тут все и произошло. Ну, в общем, благодарю всех за внимание. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Будут какие новости, выложу. Всем до свидания, подписывайтесь на мой канал. Удачи в разведении канареек.